Предприятия и организации, которые берут на работу представителей так называемых уязвимых категорий населения, получат дополнительные льготы. Речь идет об инвалидах, молодежи без высшего или среднего образования, гражданах, состоящих на учете в полиции или вышедших на свободу, а также целого ряда других категорий. Как пишет «Коммерсант», с 1 января работодатели смогут получать 3 минимальных размера оплаты труда на одно рабочее место, плюс страховые взносы и районный коэффициент. За наем таких сотрудников субсидии будет предоставлять фонд социального страхования. Для их получения руководству организации необходимо отправить заявление в службу занятости через портал «Работа в России». Федеральные власти рассчитывают, что мера позволит найти работу более чем сотни тысяч граждан.